заскрипели под ногой. Где спички? Девочка учила свой урок в темноте, играя по привычке. Так еще не пел нам Мендельсон, как сейчас в тревогу, и весь дом был музыкой нежданной поражен в грозный час разрыва близкой бомбы. И наутро, в очередь идя, постояла я под тем окошком. Ты играешь, ты жива, дитя, потерпи еще, еще немножко. Зимовать остался Мендельсон, как надежда, музыка бессмертна. Стрелки встали, город окружен, до своих большие километры. Хлеб, как пряник, съеден по пути, раскладушка в ледяном подвале. Но, как прежде, ровно с 9 девочка играет на рояле.